тренировочная гонка, это кубок производителей. Я не тренирую сейчас кубок нации, потому что не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что там такая трасса, что тормозить там абсолютно не надо, просто, ну просто не надо. Ты просто всю гонку, всю, абсолютно всю гонку едешь газ пол. Поэтому трасса Dragon Trail, мы ее тренируем, она сложная, особенно вот эта связка поворотов. Я уже из Тюкаря ездил ее и в... Ой-ой-ой, вот, вот видите, что происходит? Вытаскивает, так, ага. Да уйди ты нафиг лесом. Поехали еще раз. Не вижу я вообще никакого смысла. Так, мне сейчас никто не помешает. Я проеду нормальный круг. Эти повороты, это просто... Там проигрывается, блин, буквально до секунды. Вот секунда проигрывается в одном повороте. Ну не в одном в этом, а вот в этой связке поворотов. Также я не знаю тактику. Тут три комплекта резины. Еще неизвестно, как с топливом. И сколько там итальянцев. Моя задача макаронников этих уделать. В этом сезоне квалификация 5 минут. То есть, в принципе, у вас одна, максимум две попытки на квалификацию. Вот эти сосиски. Ничего хуже в жизни, блядь, эти сосиски. Как вот на Лагуне Секи вот эти сосиски. Это просто ночной кошмар. Ну что, собираем квалификационный круг. Даже, может, успеем еще на один. Скрипит резина. Вот здесь. Очень. С 1.8. 3 десятки мы везем. И успеваем еще уйти на один круг. 9, 30, 31. Да. Три десятки мы привозим.
Ну, мы можем намного быстрее, ребята, ехать. Так. Пожалуйста, не мешай мне, чувак. Я иду с опережением графика. На 50-ке. Да, мы улучшаем на 50-ке. И до конца квалификации остается у нас 1 минута. Что по тактике, я не знаю. Типа надо использовать все комплекты резины. Стартовать будем на мягком, сколько он продержится, я не знаю. Это Ленцев, мы уделали задачу минимум квалификации. Ну, мое время 1:29.8. То есть это... Сколько чего, как, не знаю. Какая тут востребованная резина? Ну, проедем, сейчас посмотрим. Как оно сложится. Вот этот тройной поворот левый, это просто ночной кошмар. Полсекунды я выиграл этого чувака. Полсекунды, да. Мигает. Ну, бэшников я. Ну да, ну, соответственно, нормально, да. Бэшники вообще где-то в жопе, блядь, там. У нас что, старт с места, да? А, нет. Короче, я против итальянцев. Давай ты, блядь, сейчас слепстримы ловить не будешь. Сок говна. Сколько там кругов ехать, блядь, вообще без понятия. 20.
как итальянец. Заезжает на пит-стоп. Две секунды. И три мы отрываемся, нормально. Thank you.
Да, блядь. Блять, ну что такое-то? Я один остался. Все вышли. Поехали на пик, потому что я сейчас посмотрю как-то. Не имеет ли смысл мне сейчас вот... Типа ошибались и вышли. Вращение не восстанавливается. Так они настроили сервак. Ну да ладно. Узнаем, где пит-стоп зато. Так, средняя. Ремонт идет. Ну что, ребят, есть смысл ехать до конца без соперника? Ну, посмотрим, как резина себя ведет. Тренировки нахуй, это вообще, прости меня, выражение. Вот видите, все соперники вышли, концентрация пропала и все. Резина обязательно.
Ну. Ребят, я не видоваю, что вот эти вот итальянцы. Клюзы. Попробуй на жесткой резине, как она атакует, сколько? Сколько? Так, о, утащила как жестко, а. Нормальный круг на жесткой резине посмотреть. Сколько? Чё, блядь? Скомканное видео. Ужасно. Ладно. Ну как, ну без соперников ехать невозможно. Ты концентрацию сразу теряешь, и круги 20, что ли, 20 кругов. Жесть. А, спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи. Всем пока.